Сообщество юристов и правоведов Украины, в частности Одесской области, понесло невосполнимую утрату. На 73-м году жизни перестало биться сердце заслуженного юриста Украины, многолетнего председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Валерия Сергеевича Балуха. Выпускник юридического факультета Одесского государственного университета имени Мечникова, он занимал ответственные посты в государственных органах и органах юстиции. Судейскую карьеру Балух начал с 76-го года. Когда был избран судьей Белгород-Днестровского районного суда Одесской области. Позже стал председателем этого же суда. В 94 году Валерий Балух был заместителем Одесской облгосадминистрации. В мае 99 года Валерий Сергеевич был назначен председателем арбитражного суда, затем возглавил хозяйственный суд Одесской области. С 2001 до 2013 года Валерий Балух был председателем Одесского апелляционного хозяйственного суда. Свои соболезнования семье заслуженного юриста Украины выразил почетный гражданин Одессы и Одесской области, президент Национального университета Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Будучи профессионалом своего дела на протяжении многих лет, он являлся председателем Государственной экзаменационной комиссии Национального университета Одесской юридической академии. Также Валерий Сергеевич занимался преподавательской деятельностью и читал курс лекций по судебной этике для студентов нашего вуза, являлся автором научных работ. Валерий Балух принимал участие в разработке концепции судебно-правовой системы и проектов закона о статусе судей Хозяйственного процессуального кодекса Украины. В 2008 году был награжден премией «Человек года». Валерий Сергеевич известен также и своими краеведческими инициативами. Его имя связано с одной из главных достопримечательностей нашего города. Это памятник апельсину, который спас Одессу, открытый 2 сентября 2004 года в День города. Именно Валерий Сергеевич был автором идеи монумента, воздвигнутого в память о легендарном событии, которое принято связывать с началом активного развития молодой Одессы. Так что к памятнику авторства скульптора Александра Токарева, который ныне стоит на бульваре Жванецкого, имеет прямое отношение и наш земляк, полковник юстиции Валерий Балух. Валерий Сергеевич был настоящим другом. Его рассказы всегда были невероятно интересны и глубокие. Он отличался креативным мышлением и остроумием, увлекался произведениями литературы, издал множество трудов, посвященных истории Одессы. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.